Вандализм приобретает массовый характер. Искалеченные памятники, парковые скамейки, разбитые фонари и урны. К этому списку добавились новые изувеченные объекты. В минувшие выходные под руку вандалов попал недавно построенный мост влюбленных возле Дворца культуры. Хулиганы пытались похитить деревянные дощечки со ступени моста. Это вовремя заметили охранники. Злоумышленники побросали открученные детали и сбежали с места происшествия. В эти же дни неизвестные деформировали знак «Я люблю красный луч» у памятника «Самолет». Его пытались то ли выдернуть из асфальта, то ли изувечить. В любом случае, знак погнули и испортили его внешний вид. Пострадали от рук вандалов и остановки общественного транспорта. Металлопрофильные конструкции погнуты от ударов неизвестными. Городская власть обратилась к правоохранителям с просьбой ускорить расследование указанных фактов, найти виновных и наказать в соответствии с уровнем их злодеяний. Просят также не оставаться равнодушными и краснолучан. Вандалы боятся выступать открыто, ведь массовой поддержки у них нет и не будет. А противников их действий найдется немало. Если это спланированная акция против власти, где лозунги, официальные заявления, протесты? Я обращаюсь ко всем жителям Красного Луча. Если кто-то что-то знает об указанных фактах, сообщите в правоохранительные органы. Разрушают ведь наш город, уничтожают память, уродуют красивые уголки. Как вы думаете, кто это делает? Точно не приезжие, а наши соседи. Родственники, знакомые, вымещающие недовольство таким вот варварским способом. Все это делается от безнаказанности и равнодушия. Когда жители будут участвовать в жизни своего города, таких преступлений не будет.